И всем привет, друзья, вы на канале Сангрила. Это значит, что мы с вами собрались на очередном утреннем летсплее. Вот, нашлось время записать, собственно, дальнобойщиков. Ты даже не представь... Я вот даже не знаю, говорить ли тебе, во сколько я начинаю записывать все это дело или нет. Или вот ты можешь, в принципе, попробовать угадать это дело в комментариях. Поехали, чем мы не едем-то? Мы на ручнике стоим. Как ты можешь помнить, мы с тобой в прошлой серии наняли еще одного водителя. И это не может не радовать, на самом деле. Осталось теперь только что? Только зарабатывать, потому что денег у меня уже 15 тысяч, это хорошо. Давид, нам наш новый водитель, еще денег пока не принес. Рассказывай пока, как у тебя дела. У меня 10% доля перевозок, ты понял? 10%. Играет воля и разум, и это не может не радовать. Как давно я не слышал этой музыки. Блин, какая прикольная игруха. Прикольная игруха, но я думаю, то, что она уже все, она ненадолго. Потому что, ну, что тут осталось-то? 51% захватить. Это не так страшно, потому что уже 10. Можно будет, конечно, там пробовать всякое разное. Давай быстрее, красный, уходи. Уходи, а зачем мне вообще, подожди, стой, что я делаю-то? Я еще буду тут вот на этой беде. Ну-ка, Вольво, поехали. Позиция первая из двух. Куда едем-то? Да, конечно, тебя в алмазный несет. И в алмазный-то его понесло, посмотри, по какой дороге. А это куда дорога пошла? А, это на Нижнегорск. Сколько хоть тебе за это платят-то? 10 тысяч. Ой, да ты издеваешься. Рено Магнум. Ну-ка. Ты тоже в алмазный поехал? Он в горный поехал. Да вы чё все? Дайте мне машину кто-нибудь. Юра, ну хоть ты. Давай, скажи мне то, что на Скании все нормально. А куда вас хер-то понес? Подожди, что-то не то. А, ну она перемычки-то не знает. А мне надо туда вообще или нет? Блин, я взял просто позицию слил. Ладно, поехали, включи, хрен с ней с этой позицией. Но вообще позиция это хорошо, позиция это надо. Да куда ты прешь-то? Прет он. Уйди на своей газели. Да уйди, зачем ты меня подрезаешь-то, утырок? На тебе, понятно? Лось. Влетел олень. Потому что обгон справа запрещен вообще-то. Если ты не в курсе, тоже ты запомни, потому что это дело такое. Обгон справа запрещен. А на чем я еду? Что это такое? А, это Скания моя. Это моя Скания любимая. Так, Шторм, здравствуйте. Дай пройти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уйди. Хорошо, поздравляем, вы первый. Но так это не может не радовать. Блин, жалко, вот второго зеркала нету. Надо было сделать два зеркала по-человечески. Потому что не всегда видно, что там за правым бортом творится. Но в целом нормально. Че мы, смотри, как прем с тобой. Солярка у нас есть. Машина у нас не разбита. А что за груз-то хоть? Вакцина БРП. Что бы это ни значило. Я не знаю, что такое вакцина БРП. Вот, в общем, рассказываю пока. У меня все как обычно. У меня тут эта стройка, она меня скоро выведет. Она меня скоро до греха доведет, я тебе серьезно говорю. Другого просто не дано. Ну потому что, ну сколько можно уже? Сколько можно? Я это терплю, блядь. Я не знаю, по-моему. Нихера себе. Кто-то в поворот вошел, вот это хорошо. Вот, я это терплю, наверное, месяца два уже, если мне память не изменяет. Но тут это просто звездец какой-то. И причем все разом. И интернет вырубили, и свет вырубили, и хату заливает до сих пор. Сейчас вот осталось только, как это сказать, что там может остаться? Пожар и какая-нибудь штукатурка, чтобы на этот, на куда-нибудь, на монитор, там, на компьютер упало. Вот это вот будет вообще замечательно. Так, мужики, ну-ка вас лесом. Я знаю, вы тут не совсем адекватные. Та-ра-ра-ра. Надо это все дело как-то быстрее обгонять. Надо быстрее обгонять. И потом, что мы делаем потом? Потом мы берем газель
и на газели едем нас. Но нет, подожди. Сейчас мы сначала денег они мне заработают, потому что у меня всего 25 тысяч. Нужно газель на шторм поменять. Газель поменять на шторм, и будет все вообще тогда идеально. Тогда они мне будут приносить прям баблище-баблище. Все будут на грузовых машинах человеческих, а не вот на этом вот всем. Сегодня у меня чай вкусный, кстати говоря. Прям очень-очень вкусный. Этот, как его называют? Я не помню, как он там правильно называется. Иван-чай, короче. Прям вообще огонь. Прям огнище, я тебе серьезно говорю. Вот, если не пробовал, попробуй обязательно. Вкус, правда, почему-то вот именно он мне заходит только с сахаром. Это единственный чай, который я с сахаром пью. Я не понимаю, это закат или рассвет? Это закат, по-моему. Да, это закат. Но если верить карте, это закат. Потому что мы как... Да что ты делаешь-то, олень? Взя... Да что? Вот бывают же идиоты, вот скажи мне. Ну вот как это происходит? Как это работает все? Блин, так криво поехали на самом деле. Но я позицию не хочу сливать. Я вот не знаю, что лучше. Но по хорошему счету мне, конечно, рынок надо забирать. То, что чем больше у нас тут народу. Вон мне Давид уже 4300 принес, хорошо. Как-то они там ездят. Ну, короче, тут действительно не прописаны эти. Как они называются? У этих голов, так называемых, просто прицепы не прописаны. У тех водителей, которые... Ну, которые на тебя работают. Да, в принципе, ни у кого, потому что физику прицепа считать еще и NPC-ам этим всем смысла нету. Просто нету смысла. Тут еще так же. Сейчас покажу. Сейчас в поворот войду и покажу. Тут еще так же можно же сделать вот так вот. Видишь, зеркало раз открылось. Раз открылось. Раз открылось, а до этого типа не было его. Оно... Ну, то есть тоже просто так ресурсы не тратит. Тогда-то компы были совсем веселые. Я даже не знаю. Ну да, тогда у меня был этот Атлон, вот этот 64-й. Я сейчас, если какой-нибудь, я говорю, если я найду блок питания и хард к нему, вот, то я попробую запустить это старье. Посмотрим, как это вообще работает. Сколько был. Какой был этот тот самый? Ограничение какое было, не помню. Ну ладно, не суть. Какая нам разница, какое было ограничение. Так, нам сейчас наверх надо уйти, да? А, нет, вниз. Нам надо уйти вниз. Блин, дальнобойщики, конечно, вещь. Вот делали же игры раньше. Ну, я не знаю, может быть, конечно, оно сейчас-то... Даже вот если бы выпустили какой-нибудь ремастер, прям вот все то же... Все то же самое... Только типа графику подкрутить, ну чтобы... как это сказать? Вы третий в гонке. Ну, чтобы она была играбельней как бы в 2019 году, скажем так. Хотя она по мне, она и так играбельна. Ну, чтобы молодежь привлечь, вот допустим, вот так вот, скажем так. Стали бы в нее играть или нет? Или все-таки вот ETS и ETS? Не знаю, по мне как-то... Да, конечно! Ага! Естественно! 1300, ну а тебе получи. По мне в ETS все-таки это немного, наверное, не, ну, не то. ETS прикольное, конечно. Но не настолько прикольное, как дальнобои. Дальнобои это прям отдельная песня. Так, вот эти ребята меня сейчас будут пытаться обгонять. Я им этого... Моя задача не дать им этого сделать. Если что, скинуть их в ключах, потому что они достали. Тихо. Вот туда же видал, насколько продумано. Едешь, дождь идет, пыли нет. Охренительно, охренительно, по-моему. Где еще, в какой игре такое видано тех лет? Да не надо, КамАЗ, обгонять меня, я сказал.
Вот не видно, где он там, что он там делает, потому что я говорю, вот правой части машины нету, ну не видно. А, тут моста-то нету, тут их хрен скинешь. Ну и вот. Так, 40 кусков у меня есть. В принципе, я могу еще кого-то нанять. Могу еще кого-то... Ну-ка, что там? Другой водитель. Прием. Нужна помощь? Ну. До свидания. До встречи. Так. 40 тысяч. Блин, да это все как-то не так. Надо найти еще, где эти... Ваши базы находятся, потому что так-то поди их найди. Которые не база, а которые, как они? Ну вот где вы говорите то, что можно по рации заказать машину? Я потому что хрен его знает, где ее можно заказать. Ну в Южном вот, типа, точно можно заказать. Но до Южного за 8 тысяч и за 9, ладно. Ехать столько, это же ужас. Почему я не могу поехать? Что случилось? А. Так, подожди, какой еще алмаз? Ты видел только что там алмазный переключил? Ельнина. Ну можно... А, подожди, за 4 тысячи? Да поехали. Так, где, куда там ехать? Где не туда поехал-то? Нормально там проезжаю, проезжаю. А, смотри, врыл. Че это у нас шторм врыл? А он в мента въехал. Там мент прям под ним. Ой, тут беда какая. Вы че тут разъехаться-то не можете? Отошли вон все. Все, я погнал. Я погнал. Тут, кстати, наш кто-то проехал только что. А это Рено наш. Ты понял? Рено на... А, или Газель. Газель там тоже была. Так, у меня есть одна лицензия. В принципе, я могу... Я тебе серьезно говорю. Мы, наверное, сейчас... Так подожди ты! Тихо, ёб твою. Смотри, брыкается как. А что я везу-то, подожди? Яйца. Яйца я везу, так я их не довезу сейчас. Так, вот тут главное всегда аккуратным быть, потому что... Потому что, кстати, надо сохранить вообще игру. Вот так вот. Хера их вывалило опять. 8 человек. 8 машин вывалилось. Мне, как обычно, норовит это сито мое... А сколько времени прошло? Нормально. Мне, как обычно, сито норовит в глаз, как это сказать, влезть зачем-то. Непонятно, правда, зачем. Так, бандиты стоят. Бандиты стоят. Куда вы едете, придурки? Какие вы, вот, я не знаю. Вот и все. Вот и все, вот и вся любовь, поехали. Поехали, светом всем мешаем. Мы никому не мешаем, кстати, светом, потому что что? Правильно. Потому что сейчас даже при свете дня и во тьме ночной нужно по-любому... Куда он поехал? А куда они все поехали? Чего они такие тупые? Нужно по-любому включать свет. Всегда. Всегда. Только не дальний. Любой можно, дальний нельзя. Дальний только когда никого нету. Вообще непонятно, как... не то, что непонятно. Я понимаю, конечно, как им пользоваться. Просто это как-то странно. Надо же было сделать какой-нибудь, я не знаю. Перевернусь. Не перевернусь. Нормально работаем. Работаем. Короче, ну как-то надо с этим дальним-то что-то делать, потому что как... Если есть дальний свет в машине, как бы грехом не пользоваться, но ты друга мешаешь другим водителям. Значит, надо им как-то придумать, как им можно пользоваться, но и не мешать другим водителям. Правильно? Это же логично? Логично. Тихо. Да еб! Конечно, нахуй, есть курить.
Ну сейчас еще вот это вот меня объедет. Вот это вот, где оно там. Тихо. Что ты там пикаешь мне? Пикает он. Да иди ты! Да почему-то как? Ну он меня объехал. Уйди. Не надо раскачиваться. Машину просто болтают, как я не знаю что. Куда база... А, дальше. Да иди, подожди, что, что происходит-то? Она просто сразу нырь, да что такое? Так, ну это еще одна, это самое, как бы, еще одна лицензия. Там-тарам, там-тарам, там-тарам. Не понимаю я, где я должен найти. Подожди, сейчас мы с дороги уедем, а то эти утырки сейчас будут мне мешаться. Та-ра-дам. Так, хорошо. Ну, поехали в сторону Южного, раз говорить о том, что в Южных, в Южном все нормально. Так, шахты, 7 тысяч. Не, мало. Алмазный, 18, мало. Нижнегорск. Нижнегорск. 8500, мало. Проще до шахт доехать. Горный. А чё, не будет никуда в сторону? Залесск там чё-нибудь? Ну, Приозерск хотя бы. Чё это такое было? А я какой-то скриншот сделал, видимо. Другой водитель. Зачем мне другой водитель? На связи. Проблемы с машиной. Поможешь? Не возьмусь. Не возьмусь. До встречи. Чё вы там мне пикаете? Вы достали уже пищать? А, это реношки наши пикают. Давай на парковку вроем. Я что-то пока плохо себе представляю, где это может... Может быть, это типа в городе в самом. Ну-ка, давай попробуем. Давай-ка доедем, смотри. Или не доедем. Парабам. Так, это что у нас такое? А, это у нас опять авария. Это опять авария. Может быть, это на парковке? Вот это же парковка. Так, ищу работу. Рено, 95. 95 это мало. Ой, это много, точнее. 46, Федор ищет работу. Аня на КамАЗе, смотри, ищет работу. Другой водитель... Да, блядь, только другой водитель, я не знаю. Я не знаю пока где. Ну, значит, видимо, в Ельнино нельзя этого делать. Наверное. Пойдем посмотрим, может, там заказ какие обновились. Но нам надо в Южный. Нам надо в Южный. Горный. Нижнегорск. Алмазный. Шахты. А где у нас шахты? Да хрен его знает, честно говоря. Вот что-то у меня прям, у меня ступор какой-то, куда ехать. Короче, пускай эти наши выбирают. Я сейчас пойду вон на чем-нибудь с Василием поменяюсь и все зашибись, правильно? Куда едем? Во, в Залесск, нормально. Что это такое? Ой, это газель. Бля, вот ты опять вот взял какой-то 2500, ну что? Ну вот зачем за эти копейки ездить-то вообще? 2500 еще с такими рисками. Я не понял как, но я кого-то обогнал только что. Он, наверное, там где-то под землей едет. Тихо. Вот ее, конечно, носит. Нормально, Волжан поехал. Волжан поехал, на одном автозаводе собирали наши машины. Представляешь себе, как бывает. Так, камера. 80 километров. 80, вижу. Увидел камеру. Камеру надо смотреть во все глаза. Это где-то что, деньги-то не лишние, ни хера себе. Так, 40 километров. Тут камера есть.
Пока не вижу. Пока не вижу. Что-то где-то не догружается. Чё ты пикаешь? Откуда они вообще знают? Я там за деревом был, в слепой зоне. Меня не было видно, по идее. Меня по хорошему счету не было видно. Время нормально. Да блин, в серии получается пустая какая-то. Надо что-то сделать по-любому. То есть надо однозначно что-то делать. Ну, то есть, либо покупать машину там, либо нанимать кого-то, потому что просто так бездумно, бесцельно кататься я не хочу. Ну и как бы что тут смотреть? Мои рассуждения, я думаю, они особо-то никому не упали тут по поводу этого всякого всего, того и так далее. Вот, тут же нужен драйв. Нужен экшон. Вот это я, конечно, в поворот это вхожу, смотри. На газу прям, оп-оп-оп, бочком, нормально, почти. Но это газель, извините, была бы тут, я не знаю, какая-нибудь... Кто там, Skyline какой-нибудь, или что, на чем там дрифтят-то постоянно все? Вот эти вот дрифтеры все. А вот и Леня поехал. Он говорил то, что у него белая газель. Или белый соболь. Да-да-да. Какого хрена ты меня в зад-то бортанул? Ну вон у него аж это, бампер повис грустно. Я не знаю, куда он едет. Так, тихо. И бочком. Оп, чуть-чуть. Надо было на ручник нажать. Не, ну нормально так. На самом деле газель в разы лучше держит дорогу, чем это сафари поганое. Мы первые в гонке, представляешь себе? Как бывает. Как я всех уделал-то? Я тебе говорю, я дрифтер просто мамин. Оп. Оп. Так, мне ж сюда? Мне сюда. Ну вот и вся любовь. Вот и вся любовь. Вот и я уж испугался, думаю, где там эта беда вся. 61 тысяча внезапно у меня есть. Это не может не радовать. Бухта. Бухта нам пока не надо. Нижнегорск, Горный. И все. И это все после того, что между нами было. Это как это так? Это... Ну-ка, подожди-ка. Ельнина. Да какой Ельнин? Блин, 1400, это вообще не серьезно, это смешно. Горный, бухта. Я просто порожняком ехать не хочу, просто так вот солярку тратить. Или бензин, что у него там. Да уйди ты лесом-то, ну! Ты посмотри, врыл. Ладно, поехали порожняком. Может, пока на каких-нибудь этих, как его... Как они называются-то? Что это такое было? Это он продается? 47 тысяч? Арктос? Ой, ну не, подожди. Может, на какой-нибудь краденый, знаем мы. О, Леня опять. Ну хотя у него, наверное, грузовая. Хотя я не знаю, Лень, вот какая у тебя машина? У тебя там этот... Тихо! Красный, сука. У тебя там кузов или этот... Ну как она, я не знаю. То есть тентованная она или нет? Вот хотя бы так. Бля, их там модификации этих газелей. Газелей, соболей, баргузинов. Ой, сейчас влечу. Не, нормально, работаем. Но этих я, наверное, только нанять могу. Да, это могу нанять, 90 штук. Это джип, это нам не надо. Это что? Это кайман этот ваш. Не надо нам никаких кайманов. Ладно, поехали. Поехали до Южного. В Южном попробуем, посмотрим. Я просто, я говорю, я пока не понимаю, где там можно
машины заказывать. Я помню, вот где-то, знаешь, вот где-то в глубине, в чертогах памяти всплывает такое, да, то, что можно было как-то заказывать. Но как? Я вот что-то уже из головы вылетело совсем. Сука! Ты посмотри, какая тварь! Кто сюда поставил этот знак? Зачем он тут нужен был? Непонятно никому. Я вот всю жизнь без него жил и было... Понятно все. Это она груженая дорогу держит хорошо. Да что ты, что ты? Немедленно остановите машину. Я остановите машину! Я остановите машину! Вы что делаете-то, твари? Что значит остановите машину? В меня въехали в бок прям. Создание помехи при перестроении. Вот это вы чудные, конечно. Давайте лесом. А все, у меня машину тянет все. Ладно, я надеюсь тоже. Подожди, а что у меня вообще с тачки? Ну конечно. Создание помехи, говорит. В меня, значит, въехали, и я тут помехи создаю. Но ее тянет. Ее тянет прям вот влево, прям не ужасно. Ну там вон СТО рядом, сейчас мы доедем. Ну, что я могу сделать? Ну, что я могу сделать? Скажи мне, пожалуйста. Ничего. Создание помехи при перестроении. Тихо. 1300 за это баксов, я прошу заметить. Это не рублей. Это даже на, по тем деньгам, наверное, был, когда ее там выпустили. Бакс рублей 30 стоил, 25. Но это все равно, это сколько там? 3... Подожди, 1000 баксов? Это тридцатка, что ли? Да. Это тридцатка. Обалдеть можно. Тридцатку. Ну вот этого я делать всего не буду. Это мне как бы незачем. Чего у нас там происходит-то? Давид мне уже 17 штук наколотил. Ты смотри. Это обалдеть, кстати говоря. Это что-то он прям дает. Но, видимо, вот этих вот... Тихо. Видимо, вот эти вот и надо, на самом деле, вот этих ребят надо нанимать. Как бы машины, между которыми... Мы сейчас вот эту машину поменяем, потому что «Газель» меня просто не устраивает. Просто не устраивает. Вот меня, как президента компании, как, я не знаю, директора всея и всего... Я не хочу, чтобы мои люди ездили на всяких газелях. Я хочу, чтобы была грузоподъемность огромная. Чтобы у нас доля грузоперевозок была просто самая огромная. Мы просто, мы акулы бизнеса. Что там еще эти бизнес-тренера-то говорят? Тихо. Главное в воду не слететь, а то акула акулой, конечно. Так, 40 километров тут, по-моему, да? Ой, ждем. Тут на газ нельзя давить, я не знаю, потому что сколько он разгоняться будет до 40 километров. Потому что он раз и все, вот он уже 42, уже штраф прилетел. Так, еще одно СТО. Вот это по-любому продается тоже ворованный, да? Вот по-любому же, смотри. 61 тысяча, 19. Грузоподъемность 19 у него, ни хрена себе. Ну, что-то магнум какой-то сильный. У шторма 20, у магнум 19. Интересно, ну ладно. Надо как-то сканер груза, что ли, поставить. Потому что я уже тут натыкался на какую-то ворованную машину. Джип какой-то продавали, где-то в лесах, там, в кустах стоял. О, а тут еще и аэропорт есть. Аэропорт, кстати, очень похож на этот, на... В городе Набережной Челны такой есть. Так, ну-ка, давай-ка. Где тут? Как это? Продавец внезапно. Прием. Хочу заказать машину. Выбирай. Навистер.
За доставку. А сколько стоит-то она, я не понял. А, ты ее туда за... Вот оно что. Ты платишь за доставку, а ее стоимость будет, она, правда, уже в этом. Почему в залез кто-то везете? Ни хрена у него машин. Так, 6600. Вот оно как работает-то. Слушай, смотри, прикольно. Но получается, то есть разобраться мы разобрались, но мы сейчас покупать не будем, потому что у меня денег нету на шторм. Я просто, я понять не могу. Вот если я сейчас закажу, он же там не будет, наверное, постоянно стоять. Я боюсь, что я приеду в Залесск, а у меня денег не станет. Ой, ладно, давай закажем. Беру эту. До свидания. Так, где там Залесск у нас? Блять, на этой газели вашей ездить тоже мне. Есть что до Залеска-то, подожди. Боровое мартини. Ельнина, Нижнегорск. Бухта. Ельнина. Не надо мне ничего, я не. Да куда ехать-то, подожди. Во. Все, короче, я шторм заказал, а вон мой прицеп стоит, смотри. Я шторма заказал, сейчас мы едем в Залесск по-быстрому. Тихо. Смотрим на него, и у нас. Да подай, отстань-то. Но у нас всего 52 тысячи. То есть, если он там за фулл стоимость, у меня просто денег не хватит. Я не понимаю, сколько стоит газель. То есть, тогда вот для меня было удивлением, что этот кайман стоит там... Сколько он? Ну, собственно, столько, сколько он стоит. А сколько он стоил-то, я не помню. Что-то в районе 45 тысяч он стоил. Но газель, наверное, меньше. Она вообще там где-то десятку, наверное, рублей. 15, может, стоит. Он сильнее всяких войн, боля и разум. Боля и разум. Так, погнали. А все эти навистеры и так далее, я не знаю, нужны ли они, не нужны. Но как бы самому я уже с прицепом с этим накатался. Хватит. Так. Я даже не знаю, получается. Ой, получается то, что получается. А что у нас получается? Нам мы можем на самом деле дождаться. Мы просто можем дождаться. 100 тысяч, они... Сейчас вот 52. 119, вон Санек нам на зеле уже заработал. Еще 18 тысяч Давид нам заработал. Но они, короче, красавцы. Они прям зарабатывают. Мы можем реально дождаться. Я просто, чтобы из Залеска не уезжать. Я боюсь, что у меня машина спиздят. Она сейчас как уедет от меня. Я это, как это сказать, я не согласен буду. А почему в Залеск доставляет тоже мне? Я надеюсь, она не ворованная. Сейчас надо будет ее, может, цену как-нибудь снизить, я не знаю, на СТО загнать. Да, конечно, ага. На СТО загнать как же, тоже надо. Блин, какой угол неудобный. Я бы, может, вот так вот поигрался бы там какое-то время. Но угол у камеры просто невыносимый. И его нельзя поменять. Почему-то. И разум. Вон. На СТО загнать, там подвеску проверить, все дела. А то ни хрена себе, сейчас возьму этого шторма вашего бэушного. Начнутся потом вот эти вот проблемы, звонки хозяину. Какого хрена ты мне вот это говно продал? Он говорит, я тебе не говно продавал, у меня была идеальная машина, ласточка просто. Ты ее сам испортил там и так далее. Вот это вот все, ну как обычно там бывает. Так, а тут у нас что? У нас КамАЗ тут продается за 22 рубля. Ирина на Петербите пытается заработать, я не знаю, каким-то образом. Ну хотя, может, у нее и получится, кто его знает. А где в зале? Вот это мой шторм стоит.
Да, слушай, мой шторм. Ну, 118 тысяч, ни хрена себе, я вам скажу. А у меня 55 всего. 55, не могу я, да? Не хватает денег? Ну да. Вот оно внезапно, не хватает нам денег. Ну давайте, наверное, на этом тогда на сегодня закончим. Сейчас мы как-нибудь вот это дело все облетим. Подожди. Вот как-нибудь вот так вот, раз. Какой бы кадр красивый взять на превьюшку, скажи мне. Вот так вот. Идеально, по-моему. По-моему, идеально. Вот, давайте на этом, в общем, закончим. Я надеюсь, то, что серия тебе понравилась. Не забывай ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео, приглашать друзей на канал и так далее, и так далее, и так далее. Ты все знаешь, все умеешь. Ты же лидер и личность, помни об этом. На этом счастливо тебе и до скорых встреч.